Такой шанс может выпасть только раз в жизни. Выпускница 11-й школы Даша Исакова начала подготовку к выпускному еще раньше, чем ее сверстницы. И все это благодаря тому, что несколько специалистов бьюти-индустрии нашего города решили сделать доброе дело и абсолютно бесплатно подготовили девушку к одному из самых ярких событий в жизни. Очень много людей занимаются каким-то делом своим. И горят, когда не просто ходишь на работу, а хочешь сделать немножко мир лучше. Вот. Когда рождаются такие проекты, и, собственно, какая-то девочка одна, вот у нас Даша, становится счастливее немного. В череде бесконечных консультаций, экзаменов и репетиций выпускного Даша находит время для похода в салон красоты. Необходимый этап подготовки к выпускному – пробная прическа. Парикмахеры советуют при выборе укладки учесть многие факторы. И что самое главное, прическа должна выдержать весь вечер и как можно дольше оставаться в первозданном виде. Каждая выпускница хочет быть на вечере королевой бала, а для этого образ должен быть продуман вплоть до мелочей. Мы отталкивались от спонсоров, которые согласились с нами сотрудничать. Спросила у Даши, что она хочет. То есть она мне скинула фотографии, о каком бы платье она мечтала, какую бы прическу она хотела. Вот. Мы уже с ней поговорили и перевели желание в реальность. Еще один немаловажный этап консультации с мастером по маникюру. Он поможет определиться с длиной и формой ногтей, подобрать цвет покрытия и дизайн в зависимости от созданного образа. Если это нежного голубого цвета платье, можно выбрать жемчужную втирку, допустим. Это очень актуально в этом сезоне, будет смотреться очень нежно, очень здорово. Можно добавить стразы, какие-то блестки. Все подготовительные работы закончены, до выпускного остались считанные часы. Для того, чтобы созданный образ остался не только в памяти, но и стал частью семейного альбома, просто необходима праздничная фотосессия. Героиня проекта «Золушка» Даша Исакова, не скрывая волнения, в последний раз проходит по знакомому с детства двору родной 11-й школы. Выпускной – это главный день в жизни каждого человека. И сегодня мы попрощаемся со школой, мы будем скучать по ней. Выпускной – это маленький шаг в большую взрослую жизнь. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.